Вернуть популярность сладкому и полезному продукту, рассказать населению о положительном и неоценимом влиянии на здоровье продуктов пчеловодства. К этому призваны ярмарки меда, которые начнут свою работу 11 августа. Первая из них развернется на улице Энгельса. Вся палитра курского меда от темного гречишного до белоснежного лакомства из акации. Торжественное открытие ярмарки 11 августа в 10 часов утра.